Привет всем, кто смотрит мой канал. Сегодня я решил снять просто серию о еще одной очередной ночи. В общем, я немножко переделал змейку, по которой будут бежать зомби. И он немножко уплотнил, сделал ее как бы более компактной. То есть один забор, а не два. Как бы, да, понятно. Здесь можно... Короче, вот так вот я ее сделал. Зомби будут забегать вот здесь вот. Пробегать. Здесь почему-то ничего не строится. Что не пытался здесь построить, какая-то мертвая зона, вообще ничего не строится. Здесь перестенок между ними один. И как бы зомби здесь поворачивают. Так, что-то мне тут надо уже... А, нет, потом подремонтирую. И бегут сюда. Также здесь поворачивают и уже бегут нормально под эти самые, под большие ловушки. В общем, это все я уже протестировал. Так, надо пойти камушки набрать. Да, блин, все никак. А, здесь сделал, что я здесь сделал. Ничего я здесь не сделал. Блин, проход надо с этой стороны мне сделать. А я все никак с этой стороны выход себе не сделаю. Ну а здесь, как обычно, в случае, если какие-то зомбякины пробегут, да, то как бы вот, они здесь проваливаются. Ну и чтобы, понятно, да? Не дай бог сюда кто-то оттуда не побежал, здесь маленькую стенку поставил. Сейчас на всякий случай его в дерево, ой, в этот дерево. Чем мне там не хватало? Тесанный камень, по-моему, да? Вот. Если кто-то из зомбякиных пробежит, то он здесь упадет. И опять по кругу, короче, пойдет. В общем, как-то так. Поставил здесь баллисту. К сожалению, стенку здесь я пока что-то она не лепится. Вообще никак. Чтобы отгородить... чтобы отгородить баллисту, то здесь ставится стенка, здесь ставится, а вот дальше нет. Не, ну в принципе могу здесь поставить, как бы тоже, да? В некотором роде обзор для баллисты уменьшится, она уже будет более-менее стрелять, но хотелось бы еще и там. Еще здесь. Да? Может быть, удастся вот так вот поставить одну, а потом на ней вторую. Блять, опять оббегать. Ой, так, надо 4 доски. 4 доски у меня есть. Это дерево не рубится. Есть ли у меня 4 доски, пока еще зомби не пришли? Доска. Раз, два, три, четыре. Есть. Так, вот и зомби пришли. Так, ну я думаю, я успею. Ага, здесь не пройдешь. Ну, как-то вот так. Вот, все. Ну, а сами будем наблюдать отсюда. Самое нормальное место для наблюдения. А, надо баллисту зарядить. Наделал пока что простых. Ну что, посмотрим, как будет работать данная система. В общем, тут я уже все в бетон залил. Ну и как бы не хватило только вот, скажем так, сюда еще залить бетон. Ну как бы, я думаю, что если они будут взрываться там, то как бы сюда оно уже взрыв не дойдет. Разве что могут еще вот эти стены сгореть, но пока что на них ничего нет. Потом уже пробью. Так, сами на всякий случай возьмем в лавке автомат. Мало ли, да? Так, ну что? Ага. Баллиста, твою мать, а?
Надо еще с этой стороны ее огородить. Блять. Надо было вот эту стену поставить не маленькую, а большую. Да и сквозь решетку она стреляет. Ладно, хер с ним. Ну, так нормально. Да, надо было еще ее с этой стороны огородить. Ладно, пока что ее... Она мажет. Сейчас знатно. Сейчас баллиста знатно мажет. Потом уже ее огорожу полностью. С этой стороны, может быть, проход надо себе еще какой-то сделать. Подход к баллисте. Может, там через дверь. В общем, ладно. Я думаю, что через вот такой вот немаленький проход вряд ли зомби доберутся этой ночью. Посмотрим, что, конечно, будет в следующих ночах, но пока что так. Ну что там, где там зомбякины? Все, испугались и не пришли. А, не, он что-то бежит. Ну-ну. А, какая-то кучка бежит. Ну, здесь, естественно, они не доходят. Уж больно они боятся кольев. Вот это толстенький куда-то пробежит. Мне вот интересно, топовые зомбякины пробегут? Если не пробегут, то, в принципе, мне уже нет смысла дальше расширять. Так, а что это я? Ну да. В прошлый раз я ставил змейку на вот такой, на таких вот платформах. Там, да, конечно, на этих платформах все ровненько, красивенько, все так стоит. Нет пустых зон, везде все настроится, ставится. Но стоит зомбям сломать одну из платформ, и все, звездец, короче говоря. Все пропало. Зомби начинают ломать все вокруг себя, и по змейке уже не иду, потому что проход не видит. Зомби должны видеть проход, что вот к ним идет, есть дорожка. Поэтому я 100% знаю, что зомби могут пройти сюда, могут пройти сюда, могут подняться сюда. А вот смогут ли они сюда прийти, я не знаю. Ну, так она нормально работает, когда зомби по прямой идут. А вот так уже ненормально. Ну, куда ты там стреляешь? Пока что разрядим. Да, в принципе, это всего лишь шестой день.
Шестая ночь. Так что зомбей будет немного. Не, ну как немного? Сейчас основная орда прибежит. А, так подожди, так это уже большие бегут. Еще только двое. Не, это маленькие еще. Еще не очень большие. Или большие. Ну, как бы, да, большие, но не очень. Ай, ладно. Ох ты ж, падла. Ох ты ж, сука. Вали, придурок. Упал? Да. Прыгающие прибежали. Сейчас начнут мне, блядь, жизнь портить. Что, где там основные уже? В 2 часа ночи? А, вон что-то какое-то движение. Там какое-то движение. Не ори на меня. Так. Ой. Упал. Так, кстати, камни надо было взять. Ладно. О! Все, орда пошла. Пошли зелененькие. Здесь как? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боюсь, он пробежит. Бля, пробежал. Что, вообще охренел? Да, неожиданно. Он даже здесь прошел. Так, а зомби до хрена бежит. Уже. Зеленый какой-то был. Один. Да, надо удлинять змейку, потому что зеленый пробежал, а это не очень хорошо. А таких зеленых потом будет больше и больше. Так, ну это все дальше мелочи. Можно разрядить. В принципе, остальные уже так уже. Сейчас еще музыка играть перестанет. Ну да, вроде бегут сюда. Ой, нихуя себе упал. Так, ладно. Что нам зомби принесли?
Надо пойти камушки взять. Чтоб сразу забор отремонтировать. Не забыть. О, запоздавший лезет. Огнемет я уже сделаю, наверное, на последний. Уже когда пойдут прям такие большие-большие. Для ремонта забора. Так, ну здесь, в принципе, они ничего не ломали. Немножко ломали. Ремонтировать лучше сразу. А то потом забудешь, а потом, бля, дыра. А естественно, они и прошли через самое простое место. Колья по возможности тоже ремонтировать. В принципе, у Коли разрушаемость небольшая. Капец какой-то. Достану я туда или нет? Или придется туда спускаться? Ой. Черт. Может, с той стороны его достану. Так, вот здесь у нас еще что-то лежит. Проблема, блин, выковыривать потом лут из этих кольев. Так, ну походу весь выковырял. Да еще и отремонтировал. Но... Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Все, понеслась, да? Как это я между ними стал? Куда мне идти? Нормально-то я на коле вылез. Надо что-то хавануть. Так, это мне что? Можно съесть. Ладно, валим из этих кольев нафиг. Так, что мы себе тут набрали такого интересного, что мы можем себе вкачнуть? Наверное, броню надо качать. Или что это такое? Выносливость. Да нет, наверное, броню надо вкачивать. Вот этого, да. Как оно называется? Неуязвимое получение разрушения минус 5%. Думаю, на больше не хватит, да? Да, сюда у нас уже 200. Так, ну что? Так, что я буду делать на следующий, не знаю. Может быть, сделаю полноценный стрим с исследованием города. Ну, ладно. Завтра приду,
как говорится, с работы решучим заняться, несмотря на сколько на работе устану. Ну, а пока что всем до встречи и всем пока.